Всем привет! Закреплю тему, пока все добавляются. Приветик, приветик. Короче, тему у меня закрепить не получается. Приветик, приветик всем. Приветствую вас на четвертом дне нашего марафона. И сегодня тема у нас, с чего начинается женский оргазм. Поговорим о том, пока люди добавляются, немножко расскажу так анонс сегодняшнего нашего времяпровождения. Я расскажу, что такое оргазм с точки зрения биологической функции, то, что происходит именно конкретно в нашем теле. Я расскажу действие оргазма, то есть, давайте так русским и таким простым языком, то есть, почему оргазм нужен и полезен для нашего физиологического и психологического здоровья. Также расскажу, что делать, поговорим о том, у кого есть партнер или у кого нету партнера, что делать, то есть, что в таких случаях делать, когда партнер есть или нету. И да, постепенно, пока люди присоединяются, мы начнем. Также я знаю, что у каждой девушки есть свое представление, свое понимание, да, там оргазма и все остальное. Поэтому можете готовить вопросы, можете задавать вопросы. Я тоже буду по ходу сегодняшней такой вот даже лекции, которую я для вас приготовила, отвечать на ваши вопросы. И проведем с вами полезное такое время для и психологического, и женского здоровья. Можно совместить, в принципе, много сегодня. Поэтому начинаем работать. И начну я с таких вот немножко научных знаний, да, что такое вот конкретно оргазм. И исследования показывали и доказали, что оргазм — это судорожная, такое судорожная разрядка, да, и судорожная разрядка, которая идет не только в поперечно-полосатых мышц нашего тела, она захватывает также большие участки головного мозга. И если говорить про конкретно биологический фактор, да, то оргазм, конечно, это такая сфера в сексологии, которая не исследована на 100%. Женский оргазм не исследован на 100%. Так как мужское, например, мужская эякуляция, да, она создана природой в первую очередь для размножения, и этим же объясняется такое активное стремление мужчин к сексуальной жизни. Мы же женщины на уровне, скажем, рептильного мозга устроены немножко по-другому. И наше стремление к сексу совершенно другое. Именно если взять такую природную функцию, которая нас движет, да, к сексуальным связям, то, конечно, на уровне рептильного мозга это в первую очередь размножение, это потомство, это возможность иметь детей. Если брать еще, что для нас вообще близость и конкретно желание секса, то после, например, если брать вот эту природную функцию размножения, да, то после этого женщины хотят обычно близости. И чаще, это я вам скажу и из практики личной, потому что я веду практику как сексолог, через меня проходят люди, и также показывают это исследование, что больше всего как бы женщина хочет именно близости, близости эмоциональной. То есть чаще всего соглашается на секс именно с желанием вот этой вот близости, соединения, да, с партнером, а не самого сексуального наслаждения. И то, что показывает сейчас статистика, которая на данный момент, например, почему-то это исследуется, потому что проблема женской анаргазмии — это на данный момент доминирующая тема в сексологии, и ее стараются решить сейчас большое количество разных специалистов. И
то, что показывает статистика, это только где-то 65% женщин могут испытывать оргазм, остальные 35%, которые пока их стараются там помочь им, да, им как-то вылечить, и некоторых женщин, как бы я с этим, например, не согласна, но ставят даже такие грубые диагнозы из разряда, там, ты не способна к этому, хотя я думаю совершенно по-другому. Потому что орган самый, смотрите, как, если вот разбирать, да, вот детально, как устроен оргазм в теле. Если у мужчины эякуляция, как бы, то есть и у мужчины, и у женщины, да, начнем с того, что вот эта функция оргазма, она находится в голове. То есть то, что говорят, секс находится в голове, это реально правда, потому что именно в голове, приветик, приветик, в голове находится та область, которая отвечает у нас за оргазм. И так как мужская и женская сексуальность устроена по-разному, и женская сексуальность от природы действительно намного сложнее, и если разбираться, то становится намного больше понятнее. Смотрите, мужская... Как функционирует мужская сексуальность? Вот эта зона головного мозга, которая отвечает за секс, у мужчин первично получает импульс из глаз. То есть мужчина смотрит, он видит картинку, он видит, что-то возбуждает его. То есть получается, ему достаточно видеть, чтобы включалась вот эта зона головного мозга и начинало идти возбуждение. Женщине недостаточно визуальной картинки, ей недостаточно просто видеть там симпатичного мужчину, для нее важны совершенно другие. То есть если взять органы чувств, да, там вижу, слышу, чувствую, вот эти все нюхаю, осязаю, то для женщины как раз важны все остальные. Видеть у женщины на последнем месте, если брать именно конкретно сексуальность. То есть женщине что важно? Насколько я могу телесно расслабиться. Вот есть рядом мужчина, да, и я должна прочувствовать, насколько мне телесно, комфортно и спокойно, хорошо рядом. Если это спокойствие есть, женщина может расслабиться, тогда можно что? Можно уже поисследовать, да, можно его понюхать, можно послушать, насколько мне приятен его голос, потому что для женщины это действительно важно, вот эти вот все компоненты. И только когда вот совпадает все вместе, да, или мужчина приближается ближе, начинаются прикосновения, хочется вот этой близости, тогда включается вот эта зона головного мозга. То есть, ну, первичная, первая фаза для женщины — это всегда расслабление. То есть если женщина напряжена, если рядом с этим мужчиной женщина не может расслабиться, то она не будет его нюхать, она не будет его пробовать, она не будет обращать внимание, насколько ей там, не знаю, нравится или хочет что-то остальное. То есть вот это, если женское тело напряжено, то все, потому что кора головного мозга, которая отвечает за безопасность, стабильность, у женщины немного толще, чем у мужчины. Это говорит о том, что что бы ни случилось, если мы говорим про здоровую психологически, да, физическую женщину, что бы ни случилось, женщина в первую очередь переживает и, скажем, на уровне такого бессознательного волнуется за свою безопасность. Поэтому это очень важно, это первично. Вот именно безопасность — это первично. Поэтому, когда она расслабляется, у нее начинает уже включаться эта зона головного мозга, которая дает импульсы по телу. То есть, если представить такой... Вот знаете, эффект солнышка, от которого лучики исходят, да, вот как знаете, вот рисовали мы в детстве с вами солнышко, не кругленькое, да, а вот солнышко, от которого раз такие так лучики расходятся, то примерно в такой же функции. То есть этим солнышком является вот эта зона головного мозга, когда эта часть мозга включается. После этого у нас начинаются идти лучики по телу, то есть включаются эрогенные зоны, то есть вот это, знаете, когда вот уже все круто и классно, да, то есть уже от самих поцелуев начинает возбуждаться женщина, там от прикосновения в шею, там еще что-то, то есть начинают включаться эрогенные зоны. Это первично, что включается в теле. Потом начинает включаться сама телесность, ощущения, вот переход вот такой на уровень телесных переживаний.
Потом уже, то есть сам орган, который связан у нас с удовольствием, да, клитор, который тоже, как показывает моя практика, не все знают, как он выглядит и как он устроен, потому что он не такой маленький, как многие его привыкли видеть, и также и мужчины, и женщины, к сожалению, до сих пор думают, что клитор — это вот эта маленькая горошинка, которая у нас находится между половыми губами. Это совершенно не так, потому что клитор достаточно тоже имеет у нас приличные размеры, у каждой женщины он является, имеет свои размеры. И клитор включается вот после уже, после того, как включились эрогенные зоны, после того, как появилась телесность, после того, как появилось вот расслабление, только потом включается клитор. То есть вот женщина возбуждается вот с головы, и вот так вот постепенно это возбуждение проходит по телу и уже доходит до клитора. И когда уже включается клитор, тогда уже начинаются совершенно другие, то есть включение после клитора уже включается, естественно, и ощущение во влагалище и все остальное. И когда, получается, происходит, чем интересен сам по себе оргазм, потому что вот эта оргазменная разрядка, которую мы получаем во время оргазма, она имеет фантастические свойства. Одна из функций вообще оргазма — это очищение тела. Вот только представьте, что во время оргазма, который у некоторых женщин длится 20 секунд, у кого-то 30 секунд, у кого-то 40 секунд, есть и больше, это то, что показывают исследования, оргазменная разрядка может очищать наше тело, а конкретно очищать те области нашего тела, куда не попадает кровь и не попадает кислород в обычной жизни. Одна из таких областей — это, например, всем нам известная вот это, хотя, может быть, не всем, у нас у всех есть легкие, и нижняя часть легких, она так сложена, просто врачи называют ее как вот такая сложенная авоська. И в обычной жизни она не функционирует, то есть наше дыхание, такое, как привыкли мы его, да, проживать в жизни, оно более поверхностно. И вот эта часть, она у нас включается, знаете, вот это про нее говорят там, второе дыхание, то есть когда долго бегаешь, 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 и через какое-то время включается второе дыхание. Вот напишите плюсики, все понимаете, про что я говорю? То есть вот эта нижняя часть легких, она у нас сложена как авоська, если, как говорится, нас разрезать и начать нас исследовать. И во время оргазма эта часть легких получает ту дозу кислорода, которая ей нужна, и получает кровоснабжение. Также одна из таких областей — это кармашки во влагалище, которые тоже в обычной жизни, у нас же влагалище более сложено, да, и в обычной жизни оно не очищается. Вот есть там такие у нас скрытые зоны. Тоже во время оргазменной разрядки он... Плюсики, спасибо. Тоже во время оргазменной разрядки получается очищение. И таких зон у нас в теле, не буду их всех перечислять, спасибо за обратную связь, не буду их все перечислять, но получается во время оргазма идет такое мощное очищение и, по сути, исцеление. И это еще не все, скажем, спецэффекты, которые мы получаем от оргазма. Вторая часть, то есть это первая функция, да, то есть ради чего нужен оргазм, это вот это вот очищение, глобальное очищение такого тела, что помогает нам, между прочим, быть намного здоровее и физически, и психологически, потому что, не, про это чуть позже расскажу. И вторая часть, для чего нужен оргазм, это, конечно же, эйфория, потому что весь гормональный комплекс, все вот эти нейромедиаторы, которые выбрасывает мозг, то есть, по сути, опять же, мозг запускает эти процессы в теле, потому что, да, там разные гормональные вот эти коктейли у нас выбрасывают там и мозг, и органы, и... То есть, как будто, знаете, такая целая машина, которая начинает в этот момент работать совершенно по-другому. Делает выброс вот этих вот еще гормонов счастья, удовольствия и эйфории. И, знаете, есть, вот не вспомню имя, он, вот, ладно, упустим, имя не помню, но, короче, он пишет афоризмы. И он писал, что каждый человек мечтает в своей жизни
получить хотя бы один день свободный от своей жизни. Вот просто вдумайтесь в эту фразу. Один день свободный от своей жизни. Вот поставьте сейчас вот единички. Кто хотел бы получить один день свободный от своей жизни? Знаете, для перезагрузки. Мы же все мечтаем с вами перезагружаться, правда? Мы очень часто живем своей жизнью. Нас грузят какие-то проблемы. У кого там есть дети, мужья или просто рабочие процессы. И мы вот такие, как, знаете, биороботы своего рода изо дня в день что-то живем, постоянно чем-то заняты. Кто бы хотел один день свободной от жизни иногда иметь? А поставьте единички. Один день свободной от жизни. Просто вдумайтесь. Пока вы отвечаете. Так вот, оргазм нам не дает один день свободной от жизни. Но хороший, глубокий, качественный оргазм нам дает целый час свободный от жизни. Потому что те гормоны, гормональный коктейль, который мы получаем во время оргазменной разрядки, ту эйфорию и то состояние, в которое мы попадаем, когда мы проживаем оргазм, оно очень круто перезагружает. Даже одну неделю, один круто. Вот оргазм нам дает возможность прожить целый час. И если сравнивать мужской оргазм и женский, знаете, это небо и земля, потому что мужчинам от природы оргазм, по сути, подарен, и им, ну, знаете, наверное, даже там практически очень редко встретишь мужчину, который не может и там эякулировать, или у него там нет возможности, да, там испытать вот это удовольствие. Но огромное количество женщин, которые говорят, а я ни разу не испытывала вагинальный оргазм, потому что то, что я сейчас рассказываю, это все про вагинальный оргазм, я дальше расскажу, какие виды оргазмов есть. И этот... Сейчас, на минутку. У меня тут дети решили музыку включить. И получается, то, что мы испытываем во время оргазма, тот весь эффект, то есть очищение тела, огромное количество нейромедиаторов и удовольствия. Следующее, мы получаем доступ к перезагружению. И еще бонус, который мы получаем, ну, даже получаем не мы, а получают больше мужчины. Когда мужчина занимается сексом с оргазмирующей женщиной, и это доказано учеными, исследования проводились с помощью магнитно-ядерного резонанса, и эти исследования показали, что во время оргазма женщина излучает микроволны, которые настраивают вот этими своими здоровыми клетками сердце, она перекодирует сердце мужчины. То есть во время оргазма женщина, получается, перекодирует и исцеляет своими здоровыми клетками сердце, именно сердце, сердце мужчины. И для того, чтобы достичь такого вот исцеления и собственного, и мужского, потому что в этот момент, получается, у женщины включаются вот эти целительные функции именно сердца, она исцеляет свое сердце, исцеляет сердце мужчины, но для такого вот уже спецэффекта, который тоже, это доказано учеными, нужна обязательно между партнерами эмоциональная близость, то есть хорошие эмоциональные отношения, и это очень важно. То есть вот это прям, если нет эмоциональных отношений хороших, даже если есть влюбленность, любовь, там, зависимость, остальное, этот весь коктейль не даст вот этого эффекта исцеления. Для исцеления нужны именно эмоциональные хорошие отношения. То есть это вот по-другому на них говорят, там, духовная связь, да, там, душевная, мы как очень близки друг к другу. То есть вот эта вот духовная связь действительно очень важна, она помогает нам исцелить наши сердца.
И это вот такие небольшие, да, с одной времени, хотя с другой стороны, лично для меня это большие бонусы и большие эффекты, которые мы получаем во время оргазма. И честно говоря, что я в теме сексуальности или женской энергоэзмии развиваюсь не только как специалист, я развивалась с 17 лет как женщина, которая хотела это все развить, познать, и я знаю по себе, что это все развивается, и доступ к этому есть у каждой. И немножко хочу рассказать про мифы, потому что на данный момент я не раз встречаю, что есть огромное количество мифов, типа из разряда 72 вида оргазмов, там еще что-то, большое количество вот этого всего. И это некоторые, конечно, больше всего мифы, потому что вот эти спецэффекты, которые мы уже знаем, да, что мы получаем во время оргазма. И я думаю, что каждую из вас я убедила, что оргазм реально нужен и ценен, и к нему нужно стремиться, даже тем женщинам, у которых на данный момент есть какая-то там проблема, потому что неумение испытывать оргазм — это женская половая дисфункция, называется анаргазмия. Поэтому если вы понимаете, что у вас не было никогда, или вы четко не можете определить, что у вас не было вагинального вагинального оргазма, то вот эти все спецэффекты, вот эти все волшебство, которое мы можем испытать от оргазма, было бы неплохо развить. И давайте расскажу вам, что такое именно, какие есть оргазмы и как они устроены. Смотрите, за оргазм у нас отвечает клитор. Конкретно клитор, то есть именно этот орган у нас связан с удовольствием. Клитор содержит 8000 нейронных рецепторов. Отличие от полового члена, который содержит 2000 нервных вот этих окончаний рецепторов, то наш клитор, конечно, намного круче и богаче. Клитор связан, естественно, с головным мозгом. И вот знаете, получается, вот сетка вот нейронная и нервная, вот эти вот нервные импульсы, которые идут от зоны головного мозга, которая отвечает за оргазмом, и которая у нас вот так вот по телу вся, знаете, как такие проводные электричества. Представьте, да, такая сетка, как электричество распределено по телу, то клитор, он включается, и когда идет стимуляция конкретно на клитор, это внешняя стимуляция, да, мы испытываем именно клиторальный оргазм. И клиторальный оргазм, он очень сильно отличается от вагинального, потому что клиторальный оргазм, он задействует только судороги, получается, брюшной полости, и вот там, может быть, там еще судороги, то есть могут быть судороги ног. То есть, по сути, это такой поверхностный оргазм, который не включает зону головного мозга. И то, что я рассказывала в начале сегодняшней лекции, клиторный оргазм нам не дает. Поэтому клиторный оргазм чем полезен? Клиторный оргазм, он нам дает психологическую разрядку, он дает нам вывод излишнего, например, тестостерона. То есть, да, женщины, у которых повышенный тестостерон, с помощью клиторной разрядки могут немножко снизить уровень тестостерона, также кортизола, то есть немножко так разгрузить свою психику. Хотя у многих тоже клиторная разрядка бывает достаточно сильная, и судороги тоже могут быть такие хорошие. Но все равно, если взять область тела, которую затрагивает клиторный оргазм и вагинальный, это, конечно, небо и земля, потому что клиторная, в основном, вот область живота, там ног и вот как бы все. Клиторный оргазм идет напрямую от стимуляции клитора. Вагинальный оргазм. Вагинальный оргазм — это, по сути, тот же, идет та же стимуляция клитора, но с другой стороны, вот та волшебная точка G, да, которая, говорится, с одной стороны, многие ее считают кто-то мифической, кто-то еще что-то, но все-таки она больше приходит к выводу, что она существует, и она диагностируется, и она действительно отличается, потому что вот эта зона, даже не точка, а зона G, которая связано с, ну, скажем, когда исследовать наше возбужденное влагалище, потому что пока, получается, пока не возбудился клитор,
нет возбуждения внутри во влагалище. Получается, когда клитор возбуждается, а клитор, он идет, получается, от вот от самого клитора, да, который вот от этой горошинки, которую мы все видим, и он идет, получается, полностью аж до ануса. И когда клитор возбуждается, он создает возле влагалища такая, называется, оргазменная манжетка, вагинальная манжетка, то есть вот эта область, она уплотняется, туда идет прилив крови, и, естественно, внутренняя часть влагалища становится намного чувствительнее, она начинает увеличиваться в размере, она начинает становиться более эластичной, размер влагалища тоже у нас у каждой с вами имеет индивидуальные размеры. И вот эти уже области, как зона G, зона A, F, тому, там, эти все, они становятся уже активны. И просто если зона клитора, например, включается первично, то дальше уже включается точка G. Точка G, она тоже связана нервными вот этими окончаниями, именно конкретно с клитором. Дальше вот те внутренние зоны, которые находятся возле шейки матки, они также связаны нервными окончаниями именно с клитором. И получается, что когда мы достигаем оргазма через вагинальные ощущения, то есть конкретно через стимуляцию, по сути, стимуляцию того же клитора, но через влагалище, мы достигаем оргазменной разрядки, то есть именно вот этого, то есть вагинальной разрядки, именно конкретного полноценного оргазма. Когда женщины испытывают, есть еще такое, то есть по сути на данный момент диагностируются три оргазма таких значимых. Это клиторный, вагинальный и анальный. Анальный оргазм также связан, по сути, с клитором, потому что клитор доходит до ануса, и сам по себе анус, он очень чувствительный, имеет огромное количество рецепторов. Но воздействие ануса, ну, анальной разрядки тоже, то есть анального оргазма, тоже отличается от вагинального, хотя анальный оргазм, он стимулирует почки и надпочечники неплохо. Но все равно больше всего преимуществ это у вагинального оргазма. И уже если брать, то есть самого оргазма есть три вида, и это три вида, да, и это зависит от того конкретно, что мы стимулируем. Мы стимулируем напрямую клитор, да, мы стимулируем влагалище, мы стимулируем, там, например, там, анус, да, то есть три вида, по сути, оргазма. Дальше уже идет от, знаете, того, насколько женщина в этом развивается, потому что есть просто оргазм, есть множественный оргазм и есть волновой оргазм. И вот эти виды оргазмов, там и оргазм сквирт и все остальное, вот эти уже, это по сути тот же вагинальный оргазм, там клиторальный или там анальный, все зависит откуда идет стимуляция. И тут уже идут больше психологическая такая готовность к вот этим вот всем видам оргазма. Вам пока понятно все, что я рассказываю? Есть ли вопросы по данному этапу? Вот этот вот эффект самый сильный, который мы можем получить во время оргазма, это идет вот этот, все спецэффекты идут от вагинальной стимуляции, от вагинального оргазма, вагинальной разрядки. И в этот момент, что еще вот тоже делали исследования, тут подсматриваю немножко в конспект, который делала себе. Все спецэффекты, которые мы получаем во время вагинальной разрядки, то есть настолько включается мозг, что то, что делали тоже ученые, доказали, что во время, получается, вот после того, как происходит оргазм, включается огромное количество нейроновых связей, и электрическая волна, которая идет по мозгу, она затрагивает и лимбический мозг. И вот практически, то, знаете, как такой эффект взрыва, который распространяется практически весь по мозгу. И
некоторые вот эти нервные импульсы, они по мозгу как бы включаются вот так вот хаотично. То есть в этом нет системы, и ученые на данный момент не могут определить, то есть динамику и последовательность, то есть в каком направлении оно все включается, почему оно так двигается. Оно включается вот в таком вот, знаете, как хаотичном свечении. И один из ученых даже назвал это синдром волшебного сияния, потому что мозг после оргазма, он реально вот так вот начинает сиять очень сильно, и вот этот эффект синдром волшебного сияния, он нам и дает вот это вот состояние час свободной от жизни, про которое я говорила, то есть вот это состояние, когда држ, и происходит вот это вот, и самое интересное, что во время этого, вот сейчас буду говорить важные вещи, во время этого у женщины начинают образовываться новые нейронные связи. Те связи, которых не было до этого. И как вы уже понимаете, что и это происходит не от одного оргазма, не от двух, не от пяти, не от десяти. Это происходит у женщин, у которой систематически происходят вагинальные оргазмы. Она становится, по сути, умнее самой себя, потому что те нейронные связи, которые начинают образовываться, это те связи, которых не было от природы. То есть, по сути, это то, что было не запрограммировано, то, что нам было не дано, да, от природы, но они начинают образовываться. И мы становимся, если у нас систематически вагинальные оргазмы, мы становимся умнее самой себя. Я думаю, что этот спецэффект не хуже, чем остальные. И то, что мы получаем вот всем бонусом, когда стремимся, ну, как, скажем так, работаем над собой, и не только работаем, а и в дальнейшем потом поддерживаем эту функцию оргазмичности, это все, конечно, стоит того. Мужчина, который живет с оргазмирующей женщиной, с которой у них есть стабильный секс, у него, конечно, намного лучше здоровье, у него намного лучше показатели крови и намного лучше все органы, которые есть в теле. И то есть быть, в принципе, то сегодняшняя лекция на основном для женщин, да, и быть вот этой вот оргазмирующей женщиной, оно очень полезно и для себя, и, по сути, ты становишься таким ценным бриллиантом, о котором мечтает каждый мужчина. Потому что умение испытывать оргазмы, а это действительно умение, потому что от природы нам не дали эту функцию, просто так от природы, из разряда, вот знаете, как мужчинам эякулировать. Им это дали от природы, потому что без этого размножение невозможно. Женщина же может испытывать, вернее, рожать детей, вынашивать, не имея оргазма. И у меня есть огромное количество клиентов, у которых там и двое, и трое детей, и они ни разу не испытывали оргазм, не знают, что это такое, и мечтают об этом, с этим познакомиться, это узнать. Поэтому умение оргазмировать очень полезно, и этому действительно нужно учиться. Мы уже поговорили с вами о том, что такое оргазм, его действие на наше целительное действие на наше тело, и сейчас я хочу поговорить о том, что делать, если, например, у вас нет на данный момент партнера, что делать, если партнер есть, да, но там нет, например, там где-то в командировках или еще где-то, и как, по сути, достигать удовольствия и оргазма самостоятельно, потому что, вот, знаете, я даже, наверное, с самостоятельности начну. Если вы понимаете, что у вас есть оргазмы, ну, например, не такие, как вам хочется, или вы хочется, да, и хотите развиваться и развивать свое умение достигать таких вот оргазмов, в которых выключается мозг, идет полное перезагружение, в котором вы можете полностью отдаться в процессу, и потому что сам по себе секс — это такой глубокий транс, и
если женщина разрешает себе войти в этот процесс, именно почему говорю, я не раз буду говорить про слово «отдаться», потому что женщина действительно отдается, она отдается, она отдает свое тело, и она отдается сама вот этому процессу, и это очень важно, научиться вот прям вот так вот отдаваться и отдаваясь кайфовать, потому что если мы не умеем отдавать, мы не можем брать. То есть после того, как мы отдаем, мы начинаем вот чувствовать все вот эти вот все вот это наслаждение, которое происходит от самого секса, не только от оргазма. И оргазм, естественно, уже как следствие такого вот целительного процесса. И когда мы хотим это все в себе развивать, то все нужно развивать изначально самостоятельно. Круто, когда, ну, таких женщин очень мало, которые могут развиваться и, вы знаете, познавать себя прям именно с партнером. Лучше всего, конечно, знакомиться с собой самостоятельно и знать все свои эрогенные зоны самостоятельно, знать, как вы любите самостоятельно. Для этого нам нужны, конечно же, инструменты. Для того, чтобы познать свои эрогенные зоны, нам нужны разные виды материалов. То есть, к примеру, это могут, вот здесь вот можно включать полностью свою фантазию. И то, что я буду говорить, это будет одно из ваших сегодняшних домашних заданий. И это познание своих эрогенных зон. Для этого мы можем брать кисточки, какие-то, например, там пух, шерсть, там меха, бусы, какие-то бусы из камней, брать вот разные материалы. Чем больше вот ваша фантазия соберет дома, вот знаете, таких вот игрушек для своего тела, потому что это могут быть разные совершенно на ощупь камни, вот все-все-все такое разнообразное. Оно должно быть, какой эффект давать в вашем теле? Это должно быть разное ощущение, разная температура, разная вот консистенция. И вы берете, по сути, вот, например, там кисточку какую-то или мех какой-то, или просто изначально можно начать с изучением себя руками и начинаете себя поглаживать. То есть мы поглаживаем себя, например, там, поглаживаем свое тело, начинаем изучать свое тело, начинаем отслеживать, какие места в теле отзываются по-особенному, где те части, от которых мне особенно хорошо, я особенно получаю удовольствие. Потом исследовать вот эти части разными вот такими инструментами, как, например, там, взять там бусы, протянуть, да, там по руке или там где-то по груди, взять там мех, там пушки, там разную ткань, шелк, еще что-то, какие-то массажерчики такие там взяты. Это очень важно исследовать, включать, чтобы, во-первых, знать о себе, какие зоны в теле у меня являются эрогенными зонами, потому что после каких зон я начинаю вот включаться. И это уже с этого начинается исследование. Дальше, наше тело, вот что тоже важно помнить, наше тело имеет память. И для того, чтобы оно помнило, что для него важно и что приносит удовольствие, это нужно постоянно ему об этом напоминать. Также наше тело имеет функцию забывать. Забывать, знаете, как бы это ни странно звучало, я как вот даже одна из моих специализаций телесно-ориентированный терапевт, и могу сказать, что негативные воспоминания, ощущения наше тело помнит всегда. А вот какие-то приятные ощущения оно иногда забывает. И приятные ощущения нужно, вот по сути, чтобы у нас было много приятных ощущений, которые помнит наше тело, нам нужно постоянно стараться. Для того, чтобы оно запомнило какую-то негативную ситуацию, нам, по сути, единственное, что нужно сделать, это с ней столкнуться, и все. Поэтому вот это вот изучение, включение своего тела, его нужно действительно делать самостоятельно. После того, когда мы включаем тело, мы начинаем делать массаж, включение тела, то есть потом мы начинаем делать массаж груди. Вот грудь, вот, ее вообще нужно массажировать обязательно каждый день. Вот, а каждый день должен быть контакт с грудью, чтобы она была чувствительна и она была включенная.
Потом мы исследуем уже конкретно свои половые губы. И мы делаем массаж, есть даже там легкие техники. Возможно, вы слышали про массаж йони, что есть сейчас даже такая специализация — йони-массажист. И мы начинаем самостоятельно исследовать. Здесь задача не просто стимулировать клитор, да, там, для того, чтобы получить эту клиторальный оргазм. Нет, здесь задача — это именно исследовать, делать массаж. То есть, вот, знаете, как вот этот эффект, когда мы вареники лепим, да, соединяем. Вот, в принципе, таким вот где-то примерно движением мы проминаем большие половые губы, малые половые губы. Мы исследуем зону между половыми губами, вокруг половых губ. И мы это все, то есть это все можно делать с маслечком, мы это исследуем, мы находимся в контакте с собой для того, чтобы запомнить эти телесные ощущения, потому что очень часто мы сексом занимаемся тупо технически, и мы даже не чувствуем вот этих прикосновений, которых, в принципе, очень много, да, в сексе, хотя если их всех активировать и включить, то можно испытать оргазм всего и кожи, и от прикосновений, не только вагинальный. То есть, поэтому это все исследовать нужно до секса. То есть исследуем свое тело, включаем самостоятельно свои эрогенные зоны, учимся их узнавать и стимулировать. Дальше мы знакомимся со своими половыми губами, можно взять зеркало, поизучать их, порассматривать, включить их. Есть такие шикарные техники, как, например, вот давайте это будет ваше домашнее задание, вот одно из, да, это поисследовать свое тело и эрогенные зоны. Можно, знаете, сделать, вот взять лист А4, и нарисовать такой вот как песочный человечек, вот знаете, просто форму. И вот трогаете себя, изучаете, и такая, о, вот здесь вот, вот тут вот как-то по-особенному, вот что-то тут прям вот. И раз, и каким-то цветом, например, красками или чем-то зарисовать эту область. Потом дальше исследуем, и можно даже зарисовывать разными цветами. Дальше исследуем, еще где-то раз зарисовали эту область. И потом сфотографируйте, это будет ваше домашнее задание, пришлете мне в директ. Изучили тело, включили свои эрогенные зоны. Дальше нам нужны игрушки. И нам нужен для... Если у нас все в порядке, вот заметьте, все в порядке с оргазмами, и, например, у нас нету... Ну, наш партнер там где-то в отъезде, или у нас нет постоянного партнера, там, ну, нам нужен фалоимитатор. Фалоимитатор для того, чтобы мы также играли с собой, по сути, да, такой секс самой собой, и достигали вот всех разных видов оргазма именно самостоятельно с фалоимитатором. И эта способность действительно нам нужна, потому что умение, еще раз повторю, достигать вот разные виды оргазма — это умение, это навык, который мы должны с вами развивать. И фалоимитатор вводится только после возбуждения, то есть когда вы вот включили эрогенные зоны, когда вы простимулировали, да, промассажировали губы, промассажировали, вот потом можно переходить на возбуждение клитора, можно ласкать себя, да, там включать все тело, грудь, ласкать сам клитор, ласкать, чувствовать, какая нужна стимуляция клитора, то есть нужно нежно или чуть-чуть пожестче или посильнее, то есть как нужно, чтобы, ну, задача — возбудить клитор, возбудить, почувствовать возбуждение, чтобы включилась вот эта вот вагинальная манжетка вокруг влагалища. После этого уже фалоимитатор тоже, кстати, можно покупать на присоске, так вот удобнее. И он должен быть, вот размер, сам диаметр вы можете подбирать под свой, скажем, вкус, а длину можно подбирать такую достаточно, там где-то 20 см. Это не говорит о том, что эти 20 все нужно вводить, потому что каждый на свой размер. Но для того, чтобы было удобно, например, там в ванной где-то к стенке, и мы четко понимаем, что там есть у нас еще попа, там она у нас у всех разных размеров, да, там, и вот это прижимание, то есть вот допускать вот эту зону, которая нам нужна для свободного такого, или где нужно изгиб, там еще что-то. И вводить фалоимитатор нужно уже после возбуждения, и уже там играться, и включать вот эти все зоны, и смотреть, что важно самостоятельно, это смотреть,
какой должен быть наклон туловища, под какой изгиб, как, что, вот знаете, как играться вот так вот танцующие на нем, чтобы понимать, как все должно быть, чтобы там включилась точка зона G, чтобы включилась зона ушей и матки, потому что оттуда тоже фантастические ощущения идут, и оргазм, он просто, ну, очень-очень вкусный, скажу так, по ощущениям, который вот идет от стимуляции зоны возле шейки матки. И мы это все исследуем самостоятельно. У женщин, у которых проблема с вагинальными оргазмами, можно покупать еще дополнительно вибраторы для точки G и стимулировать, то есть, опять же, после возбуждения клитора, возбуждать клитор руками, не возбуждайте клитор разными вибраторами, потому что вибраторы убивают ощущения, и вот эта стимуляция, которая идет от вибратора, ее потом невозможно повторить с мужчиной. Все, что идет вибро на клитор, оно убивает нервные окончания и делает клитор менее чувствительным. Это сам вибратор, стимуляция душем, это те все вещи, которые делают наш клитор менее чувствительным. Это все делать нельзя. Возбуждать клитор можно руками, можно ощущениями, прикосновениями, можно также разными там игрушками из разряда там бусы, перышко, там мех, еще что-то, разные какие-то ткани, вот таким всем можно. После возбуждения уже можно включать, то есть использовать вибратор для, то есть вот этой функции для точки G, для того, чтобы пробуждать вот эти точки внутри влагалища, которые связаны, по сути, с клитором, да, чтобы опять возродить вот это нервное окончание и иметь возможность получать там тоже оргазмы. Также, что нам еще помогает для оргазмичности, это тренировка мышц, вот этих лобково-копчиковая мышца, да, мышц тазового дна, как на них еще говорят. Это вот стабильная ежедневная тренировка, небольшая тренировка вот этих мышц. Ну, про это как-то, может быть, поговорю, расскажу или проведу прямой эфир уже на своем канале. На своем, господи, канале, на своем инстаграм, поэтому подписывайтесь. Итак, если у нас, самое интересное, да, это все, что я рассказывала, это для познания себя, это очень важно. Если у нас сейчас нет мужчины, то мы стабильно занимаемся сексом с фалоимитатором. Если наш мужчина в отъезде, в командировке, еще где-то, то нам помогает тоже фалоимитатор на присоске. Если проблемы с оргазмами, можно дополнительно еще покупать вибратор для точки G и в том другом случае. Когда мужчина есть, то используй мужчину, потому что все-таки то, что даже показывают исследования, те оргазмы, которые мы можем испытывать во время близости именно с мужчинами, ни одна игрушка нам не подарит. Игрушка нам помогает поддерживать свое здоровье, свою функцию и умение испытывать оргазмы. Игрушка нам тоже дарит вот это вот, если мы учимся, да, с игрушкой испытывать качественные вагинальные оргазмы и получать вот это очищение тела, то есть вот эта вот функция очищения тела, она включается. И мы можем, по сути, этими судорогами, да, которые мы испытываем от оргазма, по сути, как бы постоянно очищать и омолаживать свой организм. Естественно, когда есть мужчина, также уровень удовольствия и эндорфинов тоже мы можем испытывать от, даже от фалоимитатора. Но целительную функцию сердца, она включается только когда у нас секс с мужчиной и только когда есть вот эта вот эмоциональная, хорошая эмоциональная близость с мужчиной. Поэтому мужчина все-таки, секс, скажем, с мужчиной, с которым у вас хорошие отношения и эмоциональные, физиологические, да, то есть вот и физиологически вы подходите, и душевно, эмоционально у вас близость, то, конечно, ни одна игрушка это не заменит. Но все-таки, если брать вот так вот, знаете, сейчас скажу так хладнокровно, если брать секс просто, если, например, у вас нет мужчин, просто секс с каким-то первым встречным, да, или там, как вот есть некоторые тоже, я знаю, занимаются сексом для здоровья, и там сегодня один партнер, потом другой, там третий, с которыми нет, вот если у вас секс с мужчиной, с которыми нету
хотя бы каких-то отношений просто для здоровья, тогда для здоровья можно использовать игрушки. Потому что вы не получите, по сути, того всего пакета, который вы получите именно в нормальных отношениях. Тут можно использовать игрушки. И вот эти все уже жалобы, да, которые есть у многих женщин. А вот у меня сейчас нет мужчины, поэтому я не испытываю оргазм. Вот у меня уже давно не было мужчины, поэтому я уже забыла, что такое оргазм. Я знаю, у меня есть там некоторые женщины, которые несколько лет там уже там не испытывают оргазм там, и проблемы там в отношениях, да, и все остальное. Такие клиентки тоже есть, приходят. И это не оправдание. Это не оправдание. Для того, чтобы ваше тело нормально функционировало, для этого, слава богу, есть сейчас секс-шопы. Если хотите, можете написать мне. Мои знакомые есть секс-шопы, и она для моих клиентов делает скидки. Я могу сбросить ее в интернет-магазин, пишите. И она делает очень большие скидки, у нее достаточно качественные, хорошие товары. Кто вот смотрит нас по Украине, она быстро отправляет. И очень хороший товар. И получите хорошую рекомендацию по игрушкам. Поэтому оргазмы у вас могут быть в любом случае, даже если нет партнера. Вы можете задавать уже свои вопросы. Я смотрю по времени примерно, мы уже скоро будем заканчивать. Если есть вопросы, пишите. И я еще проговорю немножко про то, как готовить себя к сексу. Если мы готовим вот именно секс самой собой, то как бы в принципе я проговорила. Это изучение вот своих эрогенных зон, это стимуляция своих эрогенных зон и переход, по сути, постепенно, плавно, опять же, с тела мы переходим на гениталии, потом уже с игрушками мы переходим на вагинальную стимуляцию. Если говорим про секс с мужчиной, то нам тоже очень важно самостоятельно, потому что женщине для включения, тут тоже, знаете, как это индивидуальный подход, сразу скажу, потому что каждой женщине нужно разное время для того, чтобы включить. Не каждой женщине нужно вот эти 40 минут прелюдии. У каждой женщины своё временная рамка, это зависит от нашего гормонального фона. Чем больше уровень тестостерона у женщины в крови, тем, естественно, вот эта временная рамка для возбуждения намного меньше. И каждая из нас нам нужно знать, сколько нам нужно времени, чтобы нам отключиться от сегодняшнего дня и перейти уже к интимной близости. И мы должны это время не всегда давать мужчине, мы должны это время давать в первую очередь себе. То есть если вы понимаете, что вы планируете сегодня секс со своим мужем, то было бы неплохо уже начать себя готовить примерно хотя бы за час. Я не говорю про прямую прям стимуляцию, это как раз вот про расслабление тела. То есть за час до близости, который примерно, да, когда вы планируете вечер, вы можете пойти в душ и расслабиться под душем. Вы можете сделать самомассаж, вы можете сделать массаж груди, вы можете начать просто поглаживание разное по телу. Очень важно вот включить себя, начинать включать себя за час до секса. Можно ставить для, например, тренировки интимных мышц, я советую лучше покупать одинарный шарик вагинальный, он так называется, вагинальное яйцо или вагинальные шарики для тренировки интимных мышц. Есть двойные, есть одинарные. Я советую покупать одинарные. И за час до близости можно уже, например, вставить шарики, там, хотя бы, ну, опять же, если вы только начинаете, то шарик вставлять не больше, чем на 10-15 минут. Если вы уже давно тренируетесь, то можно там и 40 минут. Мы вставляем шарик, можем походить с ним, можно без шарика уже ходить за час до этого, просто сокращать вот эту зону лобково-копчиковую. Мы делаем самомассаж, мы расслабляем, мы уже общаемся вечером в таком более спокойном тоне. Мы просим, может быть, близких тоже уже переходить на более спокойный тон. То есть, по сути, спасибо за ваш комментарий. Из обратной связи не очень приятно.
мы переходим уже вот так вот головой на совершенно другой уровень, для того, чтобы во время секса мы могли максимально уйти в этот транс. Спасибо. И это очень важно, потому что сам секс — это глубинный транс. И очень важно, чтобы мы могли разрешить себе отключиться и уйти полностью в это состояние, в это переживание, в эти ощущения, в эти эмоции и в те чувства, которые мы будем проживать в этом процессе. Поэтому за час мы... Я могу набросать, каждый выбирает для себя. Делаем душ. Во время душа тоже можно сделать, например, скраб. Можно сделать легкий скраб, например, для вот половых губ, то есть простимулировать их, да, включить. То есть вообще уход за своими половыми губами и любовь, я даже так скажу, к своей вагине, она тоже является одним из таких значимых моментов к возможности испытывать оргазм, потому что иногда бывает женщины, которые не испытывают оргазмы, да, у которых есть оргазмия, у них, они, знаете, как иногда говорят, я себя там не трогаю. Ну, что значит там? Это там не имеет, да, ни, как говорится, названия, ничего, ни отношения к там. Поэтому отношение к вашему телу, оно напрямую связано с вашей возможностью испытывать оргазм. Поэтому включаем чувствительность, включаем самомассажиком, переходим, можно включать музычку уже такую себе, там еще что-то. Нам самое главное — это головой перестраиваться на ту область уже чувствительности, включать эрогенные зоны, включать область возбуждения, переходить на вот это вот, по сути, такое состояние. Потому что не каждый мужчина выдержит 40 минут вас возбуждать, не каждый мужчина сможет... Мы должны четко понимать, что, знаете, потом мы жалуемся на быстрый секс. Если мужчина нас долго стимулирует, возбуждает и сам находится в состоянии, он же все время сам находится в состоянии возбуждения, то он, по сути, переходит в стадию перевозбужденности, и потом мы сталкиваемся с тем, что засунул и кончил. А для нас это как да, говорят, радио послушала. Ни о чем. И для того, чтобы были оргазмы, секс тоже нужно начинать после возбуждения. И за свое возбуждение ответственность должна быть на нас. Вот кто ответственный, знаете, мы любим вот мужчинам много ответственности предъявлять. То есть из разряда, кто ответственен за то, чтобы у тебя хорошо стоял? Кто вот несет ответственность за того, чтобы член хорошо стоял? И мы каждый из вас ответим, это его ответственность, это он должен заботиться там о себе, там это, чтобы у него член всегда хорошо стоял, чтобы когда я не захотела, он быстро включался, да, была эрекция, было возбуждение, и он хорошо стоял, не был вялым, не был там еще что-то, и мы полностью всю эту ответственность, типа, что нет, это мужик твоя ответственность, это все связано только с тобой. А наше возбуждение точно так же, все, что с нашими чувствительностью, возбуждением, это все наша ответственность. Это мы ответственны за то, можем мы испытывать оргазм или нет, умеем ли мы возбуждаться, сколько у нас эрогенных зон, насколько мы чувствительны, это все наша ответственность. Инстаграм мне показывает, что у меня осталась уже одна минутка, поэтому благодарю вас за эфир, за отзыв о сегодняшней лекции, которую я подготовила, короче, для вас подарок. Это шикарная классная техника по познанию своей сексуальности. Если вы мне в моей личной страничке напишите отзыв за сегодняшний эфир, я подарю вам эту технику. Домашнее задание я сброшу на нашей страничке. И задавайте свои вопросы. Я знаю, что времени мало, я не рассказала все, что знаю, все, что могу рассказать. Поэтому задавайте вопросы, пишите и отчеты по домашним заданиям. Также жду в свой директ. Человечек, ну, я уже в домашнем задании вам еще напомню. Благодарю вас за то, что вы были со мной. Благодарю за сегодняшнее время. Верю, что вам было полезно. И до скорых встреч!